30 октября в крымском сафари-парке «Тайган» состоялось уникальное мероприятие. Впервые в Крыму прошла церемония награждения лауреатов Всероссийской национальной премии «Добрых дел. Сможем вместе». Премия была учреждена председателем Совета директоров издательского дома «Аргументы недели» Вячеславом Тимошенко 2 года назад. Однако в этот раз церемония была проведена именно для крымских волонтеров. Ведь здесь, на полуострове, добровольческое движение развито очень мощно. Номинантов из Крыма было так много, что было принято решение провести региональную премию для крымчан. Ведущими торжественной церемонии выступили журналистка «Аргументов недели» Оксана Морозова и сам царь зверей, директор сафари-парка Олег Зубков. Общероссийская премия «Сможем вместе» ежегодно проходит в Москве. И этой весной крымчане там получили заслуженную победу. Инициатор проекта «Стадион всем миром», создатель общественной организации «Здоровая молодежь, спорт, семья, экология» Николай Ран. Я Островский. Представьте, Александр и Александра воспитывают 8 детей, 3 своих и 5 приемных. Мастерят и красят лавки, реставрируют скульптуры, спиливают торчащие из земли остатки арматуры. И уверенно заявляют, мы сами себе сделаем парк. Веками обеяны славой отцов. Здесь черное море, здесь горы долины, и степи покрыты мой цветом. Будьте теми ледоколами, которые будут в этом нашем дурацком минном поле, которое у нас там, где в любом месте может взорваться, вы проложите, как трал, дорогу, и вслед за вами пойдут новые, которые окончательно расчистят нашу поляну. Маленькие мастера с особенностями развития делают настоящие шедевры. Это вам подтвердят волонтеры двух организаций «Особые дети» и «Дом в солнце». Спасибо.
которые тоже хотят жить, и дети тоже, которые хотят учиться. Председатель Севастопольского благотворительного фонда помощи бездомным животным Наталью Морозову. Силен волей – это огромная благодарность. Держал для друзей на распашку. И ты решал вопрос непростой, куда бы махнуть, где же краше. Симферопольцы могут гордиться, что у них есть такой заступник. Просим Екатерину Горелкину подняться на сцену. Ребята из Ассоциации спортсменов Крыма «Варкал» в Керчь проводят массу таких мероприятий. И вот как они обращаются к жителям. Керчане, бросайте свои вредные привычки и приходите к нам. Основатель проекта «Суворовский редут» Сергей Павлов решил восстановить справедливость. Молодежь то и дело путала Суворова с Кутузовым. Пришлось освежать школьные знания. Так появились мини-экскурсии. Сегодня обращаюсь с словами приветствия, уважения к нашему лауреату, которого мы сейчас на сцене поздравляем. Хочу сказать только одну фразу, чтобы она была с нами все время. Сможем вместе! Совета благотворительного фонда «Добро мира», волонтеры «Дрима» Наталью Ватынец. Вот мы сейчас как раз и хотим уже скоординировать наши действия, и как раз мы решили, что лучше всего, чтобы координатором Ассоциации волонтеров «КНИК Крыма» был один из наших лауреатов. И мы вот предложили и хотим, чтобы этим координатором стала госпожа Мартынец. Я думаю, что она не откажется, Наталья, от этого. Да, и она уже начала эту активную работу. Уже расставшись сегодня, мы все равно будем вместе и сможем вместе сделать очень много. На нем любовь, но ты и переборы слов унесен. Готов нам все сто, мысли не стали, не знали и сами. Куда деваются, просто писали, будто экзамен. Встать в школу не просили, если ансамбль под действием космических сил. В номинале был финал, мейнстрим, да. Иначе бы мы замолчали, так и не начал. Задачи бы не стали мы ставить тогда. Правда ли не обязана была звучать, но жизнь одна. И если жить, то лишь так. У каждого своя величина. У меня лично в начале черновик лишь потом эскиз. Спасибо вам за каждый кисть, бис. 11 наград нашли своих героев в этот вечер. Мы надеемся, что аргументы недели помогут крымским волонтерам объединиться. Ведь вместе мы можем гораздо больше. Мы сможем вместе. Дарья Харишко, Алим Велиев. Аргументы недели Крым.